полный подвал. Ох, дышать невозможно. Никуда это не уходит, и никто это не собирается выкачивать. Дышим мы этим с 24 сентября. Здесь даже не пройти вообще. Вот такая вот. Дом разбухает. Все валится. Трещины. Сына, не ходи сюда! Выйди! Выйди! Колодец чистый, даже воды нету. Да потому что она все стоит. А свет ты включала? А? Свет там включала? Да, да, да. А то там темно, да, со светом. Дальше бабка ходила. Тоже сфотографировала. Вот трещины у нас. Это же все разбухает. Да, да, да. Лопается каждый год. Замажут они это в толку, не тот замажут. Лестницу снять. А, вот, да, вот тот раз лестница. Приходил, нет, вон третий болтаться. Вот это, во. Ну, когда наступаешь, она вот шатается, она, да. Она дрит еще. О, она видит все там. Да, конечно, все разбухает, тем более там все горячо, это вода горячая. Ну, да. Короче, вот, так и живем. Ну, ждем, пока все развалится, что. Наша власть. А где-то как-то где-то лопнул.